Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики и гости канала. Уважаемые зрители, кто не подписан, будьте добры, подпишитесь на канал «Братское сердце». И не забывайте про канал ТВ Маэстро. Тоже смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И маленький анонс видео, которое будет сегодня на канале «Братское сердце». В 15:00 смотрите премьеру, где вы увидите, очень много спрашивали за Любу. Помните, да, маленькая девушка с Савеловского вокзала, Люба-мышка. Все у нее нормально, работает. Сегодня вот она приехала по поводу, обратилась же опять на наш канал, лично ко мне, на канал ТВ Маэстро, чтобы я помог ей с оформлением документов паспорта. Сейчас, наверное, там в МФЦ у нас обеденный перерыв, но немножечко попозже мы сходим. Вот на заднем плане вы видите все наши друзья с Савеловского вокзала. Приезжайте к нам в гости, уважаемые подписчики. Подписывайтесь на каналы, радуйте нас своими комментариями, а мы будем радовать вас своими видосиками и добрыми делами. Не слушайте никого, имейте свое мнение, разберитесь в личностях, разберитесь в каналах, кто чем занимается. И смотрите наши каналы. Канал «Братское сердце», канал ТВ Маэстро, канал «Бавленский поворот». Не забывайте, поддержите нашего товарища по цеху, так скажем, который тоже имеет доброе сердце и помогает так или иначе и мне, и людям на улице. Общаемся, делаем общие дела, которые двигают нас и людей, которые на заднем плане, в прямом и переносном смысле слова, вперед, вверх и только к теплому, к доброму, к чему-то домашнему, ну и так далее. Смотрим видео про Любаньку. Приятного просмотра. Подпишитесь на канал. Осталось совсем немножко. 832 человека подписаны на канал. Мы ждем заветную 1000 человек, подписавшихся, чтобы проводить прямые трансляции с того канала. Тоже своего рода движение вперед. Спасибо за просмотр ролика. Всего вам доброго, ребята. И сегодня, как всегда, эфир вечером. Заходите, пообщаемся, порассуждаем о насущном. Спасибо.